Всем привет, меня зовут Скороходов Роман, и это видеоотзыв о курсе монстер-маркетинга от Константина Горбунова 2024 года. Соответственно, покупал я данный курс в марте этого года, а прохождение закончил ближе к августу, соответственно, 2024 года. То есть это, как говорится, от корки до корки. Все занятия, все домашние задания, все факультативы, все видео прошлых потоков и старых лет, прямые эфиры, разборы и так далее можно продолжать до бесконечности. Соответственно, по моим подсчетам, в курсе в районе 120 часов чистой практики Константина и обучающих материалов по интернет-маркетингу и контекстной рекламе в Яндекс.Директ. Вот, соответственно, курс рассчитан на людей, которым реально нужно вырасти в доходе кратно, причем, и улучшить свои знания по контекстной рекламе и интернет-маркетингу, потому что на курсе за вами никто не бегает, вас никто не пинает, чтобы вы выполняли домашние задания. Вам дают нереально ценный материал, которому нету аналогов на рынке, и вы его изучаете, и если вам нужно, и реально вы это хотите делать, вы кратно растете как в доходе, так и в знаниях. Соответственно, я вырос в 5 раз в доходе с марта 2024 года по август 2024 года. Да, я заработал, сразу говорю, даже не 100 тысяч рублей, то есть у меня сейчас доход не полмиллиона рублей и так далее. Я зарабатывал меньше 100 тысяч рублей, но вырос в районе 5 раз в доходе, соответственно. Вот. Аналогов данному продукту на рынке нету, к счастью или к сожалению, потому что если вы прошли монстр маркетинга полностью, реально, и влились в атмосферу, в окружение, нашли новые знакомства и так далее, вы на другие никакие курсы не пойдете. То есть это я вам говорю от себя. Вот вы мне можете написать во ВКонтакте, найти Роман Скороходов, я вас лично вызову на видеосозвон и продам вам этот видеокурс, хотя у меня даже нету реферальной никакой системы. Вот, к сожалению. Поэтому лично советую данный курс к прохождению обязательно любому директологу, а то и несколько раз за всю свою карьеру. То есть я обязательно вернусь к данному курсу спустя не такой, кстати, длительный промежуток времени. Я думаю, ближе к зиме буду заходить на новый поток и так далее, потому что до сих пор я захожу на прямые эфиры каждую среду и там общаюсь с Константином, соответственно, и с кураторами, задаю какие-то вопросы и обучаюсь, потому что невозможно дать реальных результатов как для себя в доходе, так и клиентам в результате без постоянного изучение каких-то материалов и возникновение новых вопросов. То есть без обучения нету роста. Вот что я могу сказать. Всем спасибо. До свидания.